Россия не поедет на январскую сессию ПАСИ. Делегация РФ не будет принимать участие в заседаниях до изменения регламента. Россия не станет направлять делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСИ. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пишет ТАСС. По его словам, такое решение было принято из-за отсутствия в регламенте ПАСИ поправок о защите прав национальных делегаций от дискриминации, на которых настаивала Москва. Решение России воздержаться от работы в ПАСИ в пленарном формате остается в силе до момента изменения регламента, заявил политик. Он также добавил, что Москва продолжит пытаться убедить членов ПАСИ в том, что любая дискриминация прежде всего наносит ущерб самой организации. Напомним, делегации 19 стран членов Совета Европы подписали в Парламентской ассамблее декларацию о необходимости защитить ценности и авторитет организации на фоне постоянных попыток вернуть представителей РФ в эту структуру без выполнения ею резолюции ПАСИ. По материалам сайта news.com.